куда нам идти, мы с вами будем песни и пляски проводить. Ну-ка, музыка! Яркие костюмы, сказочные герои, веселые игры, стихи, песни и хороводы возле лесной красавицы и, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка. Все для того, чтобы дети и их родители получили массу добрых впечатлений и зарядились новогодним настроением. Сегодня мы первый раз пришли на утренник, нас пригласили. Сразу такое настроение зажигательное. И моим детям очень понравилось, и я очень довольна. Новогодние утренники для малышей с ограниченными возможностями здоровья в Октаве проходят ежегодно. А благодаря инициативе и помощи депутата совета и его супруги, малыши уходят домой не только с хорошим настроением, но и сладкими подарками. Я думаю, основных не должно быть причин, чтобы творить добрые дела. Просто было такое желание, вот мы это организовали, это добрая традиция, и будем ее продолжать из года в год. Такая хорошая идея родилась еще 6 лет назад. Список детей ежегодно растет. Дарить радость и хорошее настроение под Новый год стало доброй семейной традицией. Марина Медвинская, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».